Так, друзья, всем привет. Погода меняется, и скажем так, что не в лучшую сторону. Уже далеко не плюс 18. В общем, сегодня какая температура была? С утра 6 было в плюсе. Поднималась до 9 градусов. Ну, вот сейчас 8 градусов Цельсия. Ни поворота, ничего. В общем, о чем я вам недавно говорил. Круть, верть. Вчера, кстати, авария была. Это где у нас было? Ну, напротив бывшего ресторана Нива. Мы там работали. В общем, маршрутка шла по второй полосе, девушка ехала по первой полосе. Неужели она нас не видела? У нас проблесковые маячки работали, ограждение стояло. Начала на пешеходном переходе во вторую полосу поворачивать. Ну, в конце концов, выперлась в маршрутку. Я же, говорит, поворот включила. Вот она поворот включила. А то, что на пешеходном поворачивала, и то, что сплошную полосу пересекала, она не учитывала. Ну, все обошлось, кстати, удачно. Вот просто ей повезло. Она там цепанулась зеркалом чуть-чуть. Ну, вообще никакой царапины даже нет. Она когда выворачивала, короче, уперлась колесо в маршрутку. Ну, водителя она закрыла выход с маршрутки. Потом отъехала, и, в общем, они разъехались. Вот ей просто-напросто повезло. Вот просто-напросто ей повезло. Ну, вот видите, вот такая погодка. Ну, в принципе, если так разобраться, для 25 ноября это совсем неплохая погода. Ну, вот что-то так потемнело. Хотя, на самом деле, сейчас я посмотрю, сколько времени. Время у нас начало 4-го, 15 часов 15 минут. Да, я сегодня там заправлялся, в общем, заправился почти на 1000 рублей. На октане я заправлялся. В общем, там какой бензин у нас? 92-й. Ну, я 92-м заправляюсь. Цена его 47,8. В общем, на прежнем уровне все осталось. На Лукойловском заправке хотел заправиться. Там 50 рублей 15 копеек. Но она почему-то закрыта была. Конусы были поставлены, и заправиться я там, короче, не заправился. И еще у нас в городе Ставрополе, в общем, горожане, именно водители, жалуются на то, что сразу перестроить сюда, что пробки, неправильно отрегулированы светофоры, в общем, не связывают с этим. В принципе, о чем я вам говорил, что светофоры отрегулировали неправильно и создаются пробки. Вот даже сейчас лучше проехать вот по Тухачевского, я еду по Тухачевского, чем проехать по улице Шпаковской. Там вообще нереально вот проехать, а сегодня тем более еще пятница, ой. Сегодня вообще-то везде будут какие-то заторы, ну пробки не пробки. Вообще, я скажу, вот почему-то людей в городе не видно. Я не знаю почему, вроде уже за полмиллиона же летели. Перевалило у нас. Людей вообще вот в городе не видно. Вот даже сейчас, вот видите, я проезжаю. Ни одного человека здесь нет. Ну, вот сколько там? Двое-трое прошли, там еще вот двое идут. И все. Людей нету. Да, пятница такой, проблемный день. Поэтому съемку лучше делать днем. И пораньше поставить машину в гараж. Поэтому сейчас в гараж еду. Ну, вроде как, процедуры мои заканчиваются в поликлинике. На электрофорез я хожу. Еще один сеанс остался там в понедельник. В субботу, воскресенье они не работают. В общем, улучшений никаких, я вам так скажу. Мне просто плечо ж болит. Но сказали, даже первое время будет хуже, а потом, говорит, пойдет улучшение. Будем надеяться, просто это такая навязчивая боль, она мне уже надоела. Так что вот, что я еще вам сказать хотел бы. В
Немного сейчас здесь постоим. Что-то смотрю, машина впереди, грузовик оторван. Поворачиваем на Доватерцев с вами. И еду я в гараж. А я вам так скажу, что я легко сегодня одет. В осенней куртке. Наверное, придется на работу еще заскочить. Свитерок там теплый взять, который я вчера там оставил. Вчера-то тепло было. Так, ну вроде бы поехали. Ну вот видите, что этот светофор там проработал. Всего лишь несколько секунд, из-за этого, соответственно, и будет создаваться скопление машин там. И невозможно будет проехать. Да, что-то как-то небо посерело. А где мой телефон? Да я сейчас посмотрю, какая будет температура. Все равно мы стоим. Так, время 15:19. Старый телефон взял, он иногда глючит, пока загрузится, перегрузится здесь. Ну, кстати, точный высотомер сейчас посмотрим мы с вами. Да, он так подглючивает. Тормозит. Ну так, в принципе, еще рабочий телефон и работает нормально. Так вот, у меня приложение есть. Точный высотомер измеряет там, что он там измеряет. Отклонить. Без разрешения перепуска какого-то он не может работать. Что-то новшество какое-то. Вот прям новшество. Так, точный высотомер. Не может работать он. Какие-то изменения произошли. Вот, еле-еле, короче, успел. Так, я могу вам точно, друзья, сказать, я сегодня там проезжал, что примерно где-то, если ехать по западному обходу, там я на заправку заезжал, потом, естественно, мне пришлось развернуться на российском. И я назад поехал, и у меня другой телефон был, тоже такое же приложение. 651 метр, это вот напротив ботанического сада. И откуда выезжает машина с улицы Рогожникова, там 651 метр. Парк Победа 647 метров, там перспективный 649 метров. Ну, вот здесь вот такая высота. Чувствуем мы или нет? Ну, я, например, не чувствую, у меня проблем нет. С давлением, там, не с какими-то головными болями. Ну, бывает, голова болит. Вот так, слабенько. В основном, если заболеешь, а так вообще... У меня проблем с этим не было. Хотя многие пишут, что переезжает город Ставрополь. И первый месяц-два вызывает скорую. Потому что поднимается сильное давление. Ну, у кого-то может и падает давление. Да, вот такая у нас сегодня погодка. Вообще, вот я вам так скажу, у нас как грибы эти новые жилые комплексы вырастают. На 45-й параллели что-то строят. Потом мимо Суворовского сегодня проезжал. Ну, там вообще ничего не узнаешь уже. В общем, все больше домов строят, а людей в городе все меньше и меньше. А, ну здесь вот, видите, асфальт будет класть. Это если по Шпаковской поехать, там уже выбрали старый асфальт, это
на фестиваль, на есть Шпаковск. Там будет асфальтировать. Все убирает, прибирает. Это, вероятно, работает Горзеленстрой. Да, вот трактор стоит, Горзеленстрой. Я вам так скажу, что печку включил, вот куда не поворачивает. Где же вот знак стоит? Что направление движения только прямо. В Ставрополь 25 ноября, температура плюс 8, а было ж плюс 18, было тепло, даже жарко было, ну вот эти два дня там жаркие были. Так, и вот начинается вот этот пятничный день, через пару часов здесь вообще сложно будет проехать. Ладно, друзья, удачи, хорошего вам выходных, хорошего настроения и, самое главное, хорошей погоды. Явно ж не успевал. Выехал на перекресток этот, на четверке.